Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас в обзоре умные часы от компании Huawei и часы Amazfit. Давайте их рассмотрим поближе и сравним их. Как можете видеть, у Amazfit всего два индикатора, а у Huawei аж 4 индикатора, измеряющие пульс. Ремешки можно легко отстегивать, достаточно задвинуть застежку, все, и они снимаются. Можно менять спокойно, выбирать любые цвета, какие вам нравятся. Также обратно они легко вешаются. Amazfit интереснее еще тем, что у них экран постоянно включен, а подсветка включается лишь при нажатии. В отличие от Huawei, здесь происходит включение экрана либо движением руки, либо тоже нажатием на экран. Время работы часов Amazfit составляет 1000 часов. У Huawei же этот показатель намного ниже, всего лишь 150 часов. В обоих часах имеется компас, барометр, отслеживание сна, калорий и физической активности. Если мы посмотрим на датчики измерения пульса, у Amazfit они постоянно включаются через каждую минуту. У Huawei же стоит индикатор, который отслеживает приближение к руке, и они включаются только после того, как видят, что часы соприкоснулись с рукой. Давайте теперь пройдемся по меню и посмотрим, что в часах у нас, собственно, имеется. Здесь мы видим индикацию пульса, погоду, сжженные калории, время и, собственно, и все. Еще имеется огромный выбор тем под ваши часы. В Amazfit тоже приходит сообщение, можно ставить режим сна, показывать индикацию батареи, можно посмотреть статусы, сколько мы прошли, сколько калорий сожгли, также активность, погоду, будильник выставлять. И все это синхронизируется с вашим мобильным устройством. С телефоном, хоть iOS, хоть Android. Имеется еще компас, который показывает высоту и давление. И в настройках также можно менять циферблаты. Если вы не любите очень часто заряжать часы, либо вообще любые устройства, то советую вам брать Amazfit, так как его хватает практически на месяц. В остальном эти же часы выполняют все те же функции, что и у Huawei. Они могут читать SMS, имеют возможность мониторить сон и ваш пульс. Ну вот, собственно, и все. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Ссылочки на данные часы в описании к видео. Пока-пока.